тебе понадобится удача на охоте, друг. Нет, ни одного зверя. Новый мир куда лучше подойдет для работ Создателя, чем эта вонючая земля. Думаю, теперь нам ничего не угрожает. И все же нам приходится патрулировать. Брат Кавадор все время чего-то боится, как будто на него могут напасть в любую минуту. Не говори презрительно о нашем брате и вожде, ибо сам Создатель говорит с Карасом. И совершенно правильно, что его мы бережем как зеницу ока. Да простит Создатель мои слова! Ты был прав. Я не позволю скуке победить мою веру. Я выполню свои обязанности. Обстоятельства несколько изменились. Наверняка это крысы. И Карас сказал, растения уходят в прошлое.
И Карас сказал, я должен благодарить создателя, ибо он наделил мои руки пальцами, и эти пальцы творят... Преступник! Друзья, на помощь! Не оставляй его в живых. Наверняка это крысы. А может и не было ничего, наверное. Я слышу тебя. Здесь кто-то есть, тогда покажи. Тень не сможет спрятать такую трусость. Преступник где-то здесь. Я видела человека. Сюда кто-то проник. Преступник Я где-то видел здесь. Человека. Я видела человека. Боюсь, сюда кто-то проник. Преступник где-то здесь. Боюсь, сюда кто-то Я проник. Я видел человека. Преступник где-то здесь. Где-то здесь. Боюсь, сюда кто-то проник. Преступник где-то здесь. Я видел человека. Я буду искать тебя, пока не найду. Сюда кто-то проник. Я буду искать тебя, пока не найду.